Блять, они все кнопки изменили, нахера. И никакого ивента я не вижу. Ну ладно. Всем здорово, дорогие друзья, с вами я, Финс Крутанов. Ну и сегодня мы с вами продолжаем играть в растения против зомби 2. И вы спросите, почему так долго нет было видосов? Если я перед этим сказал то, что будет куча видео по Fortnite. Потому что я хотел делать видосы по ПВЗ, и второй видос будет типа по Fortnite. По Fortnite я уже записал, сейчас они... Я их выложу, ну потому что все-таки... Что, я зря что ли их записывал, что ли? Просто они... как бы сказать... Не актуальны, типа. Типа там уже зимний фестиваль, типа. Ой. Там же... Там же какая-то херета началась. Там же какой-то зимний ивент начался, вот. А в тех видео этого всего нет. Но я выложу все-таки. Ну ладно, видео же не об этом. Видео про разлом. Или же нет? Так, ну давайте сразу же. Они все кнопки изменили. Нахера? Ту-ту. Блять, они все изменили, короче. Короче, понятно. Тут только косметические изменения произошли. Ну ладно. Так, ну давайте вот это вот. Так, ну-ка, может там... О, гонщик на стуле. О-хо, наконец-то. Наконец-то я его увидел. Давайте посмотрим, как же он работает. Гонщик на стуле. Этот гонщик на стуле. Наконец-то я его увидел. Все-таки не зря я сегодня зашел. ПВЗ 2. И обновил тоже не зря. На, вот столько вот уничтожили. Все-таки не зря. Так. Это все-таки лучше сюда ставить. Так, кстати, лучше ставить. Да, действительно, так лучше ставить. Блин, и что я так... О, у меня же это круто. Так. О, маленький этот идет. Гаргантюа. Да. Так. А, 6 растений осталось. Так нечестно. На нахер. На нахер. Так. Иди отсюда. Так, давайте все-таки выкопаю вот эти вот, потому что это надо ставить. Было, конечно, но не здесь. Так. Извиняюсь за звуки, которые вы слышите, это, ну, соседи. Ну, что я могу поделать? Что, мне из-за них не снимать видос? Это что? Пошло оно все, на самом-то деле. И так, блядь, обновили только косметический ПВЗ 2. То есть вот просто дизайн изменили, вот нахера они просто. Ну-ка. Зачем они вот эти вот усилители громкости, не знаю даже, как сказать-то, изменили цвет. Раньше тут был нормальный светлый цвет, все устраивало, все нормально было. Ну нахера вот это вот надо было делать? Нет бы, лучше бы, как обычно, добавили два растения и все. Угу. И все. Куда ты пошел? Куда ты пошел, А, все, он сдох. Фух. Фух, все нормально. Все нормально. Все нормально. На, вот так вот. На, вот так вот. На, вот так вот. Так, давай еще. Так вот, на, вот так вот. О, все, класс. Так, 5 растений осталось посадить. Так, а как мне его победить? А, можно же просто вот это вот дезаюрить и... Ха-ха, вот так, пошли мы все. Так, ну надо посмотреть, как на кончик на стуле работает. Вот. Так, ну пока что везет мне. То есть пока что уровень идет нормально все, в принципе. Так вот, пушки юзаем, бля.
только не сжирайте, пожалуйста. Блять, ну охерел. Зачем я это заюзал? Ну ладно. Потому что он Гаргантюа, тут надо для Гаргантюа это оставлять. Потому что иначе я не знаю, как побеждать. Давай. На, вот так вот. Ну-ка давайте посмотрим на гонщика на стуле. Так. Он же сейчас пойдет, и где он? А где гонщик на стуле? Почему? Там же был он показан. Ладно, начинаем действовать. Так, иди отсюда. Блядь. О, сейчас гонщик на стуле придет. Или нет? О, вот он. Ну-ка, чё, давайте посмотрим, что он сделал. Да ничего не сделал, я его уже убил, по-моему. И куда он полетел? Ебать, он сейчас с камерой что-то. Лол, вот это прикол. Куда ты пошел? Так, взрываем. Лол, вот это прикольно. А чё он делает? Блин, а чё он без рук? Стой, чего, блядь? А чё он без рук-то? Не понял сейчас. Чё он без рук, А чё он без рук-то? Лоу! Блядь, уничтожили. Вот ты засранцы, блядь. Блядь, засранцы! Так, ну я чё-то нихера не понял, чё он делает. А, хотя нет, я уже всё понял, в принципе. Я хочу это увидеть, как бы... Ну, я надеюсь, он будет на следующем уровне. Все-таки не зря я сюда зашел, потому что как-никак я наконец-таки увидел гонщика на стуле. Это просто офигенно. Запись идет мне. Да идите его нахуй, блядь. Тун. Тун. Так, значит, давайте хил план. Ну-ка, а тут есть гонщик на стуле? А тут его нету. Значит, тот уровень, это был единственный уровень с этим зомби. О, электрочай. Давно его не видел. Давно я его им не пользовался. Электрочай. Тыщ. О. Так, а куда же переходить? Ну, не знаю. Оно вообще домашнее растение или нет? Я не помню просто. Зачем я убивал это растение? Так, куда? Тихо. Прям. Не, ну гонщик на стуле, я понял, как он работает. То есть, получается, он... Что он вот, он работает? Получается, он... как сказать, в общем, он доезжает, скажем так, я не знаю, до, в общем, он сталкивается с каким, в общем, это как футболист, только когда он сталкивается с каким-то растением, он отлетает на несколько клеток, что помогает, ну, я не знаю, о, прикольно, вот, что, в общем, и его особенность еще заключается в том, то, что он... Ты куда ты, блядь? В общем, его особенность еще заключается в том, то, что он, типа... Я, наверное, это не увидел, потому что все быстро произошло, но... У него достаточно... точнее, у него, короче, две руки отваливаются, что необычно. Для растений против зомби, потому что обычно у зомби просто, ну, одна рука отваливается и потом... Блядь! В общем, да. Да блядь! В общем... Вот, а потом голова отваливается, и все. Сука, хуля ты раскидываешь зомби? Мешаешь мне очень. Блять, я сейчас все нахуй провалю из-за вас.
О, кстати, нормально. Что ты делаешь? А, вот, типа, сожрали, да? И чё? Это не интересует. Ой. Куда ты, блин? Идите начали. Ой, а этого зомби он все-таки нет, не. О! Это вот очень даже хорошо, что дали. Он сейчас взорвется просто. Блять, не взорвется, ну ладно. Тогда пусть в заморозке побудет. Да нет, блять, опять что? Тут могил до хера просто. А чё хайпер-хилинг-то? Зачем мне твой хилинг? Блять, они сейчас просто все испортят. Стоять! Непонятно, вы смотрите, сколько тут зомби, блять, этих вот. Этих вот, как они там, как она называется? Хуя себе, вот это мощный заряд, вот это я понимаю. Так, а есть? Блин, зачем я заюзал? Блять. Не хочу проигрывать. Тихо, стоять. Может, электрочай надо было близко ставить, а не вот так вот. О! Стоять! Ха-ха! Вот так-то. Правда, у меня растений нету, ну ладно. У меня есть только вот этот рай. Да куда вы все, блядь? Почему вы так быстро перемещаетесь, я не понимаю. О, наконец-то хоть что-то, блядь. Нет? Да нет, блядь. Да сука. Ой, блядь. Я так расстроен, блядь, обновый, так еще и вот это вот, блядь. Уебу сейчас! Ну что ж, вторая попытка, давайте попробуем. Пройти этот уровень. Может, это тут, кстати. Every 25 seconds. Нормально, кстати, будет. А то хилинг по нас вообще нахер не надо нам. Блять, как же она тормозит, пиздец. Вот с каждой новой версии, знаете, что я заметил? Разрабы ухудшают оптимизацию, блять, просто вот вообще пиздец. То есть, ну ладно. Это все-таки игра детства, поэтому не буду ее сильно хейтить. Потому что тогда какой смысл в нее играть? На, вот так вот и надо было сразу начинать. Ты жри давай вот эту. Не понял, а где рука сейчас у нее? Не понял сейчас, блядь. На, вот так-то нахер. Так вот тебе. О, вот это классно. Куда? Сдохни, на, блядь. Опа. Так, надо на вот этих вот, чтобы это распространялось именно на них. А не вот на меня. Так, иди отсюда. Вот видали, что он мне делает? Сейчас они это... Ну все, перемещаю. Я не буду. Да блин, я не понимаю, что, блядь, за херита происходит. Сейчас их всех тоже заморожу опять. Правда, какой смысл, если... О! Это очень даже хорошо. Хотя надо уничтожать именно их, так что я опять ошибки свои повторяю. На, вот столько и надо их. Сейчас я их опять заморожу. Хотя Гаргантюа... Нет, Гаргантюа заморозился. Ну ладно, так.
Так вот, надо вот именно ее вот уничтожать. Потому что именно она мешает всем. Мешает пройти нормально уровень. Так. Давай, давай, давай. На, и там новые идут. Это, ну, как минимум, не честно. Так, давай взорви. На, вот так. Иди отсюда, сейчас вот, вот, блядь, опять. Сейчас вот опять проиграю за это. А чё 11 left, а чё надо-то? А, 30 грейвстронов, ну ладно. Так, где она? Ну там где-то. О! Пиздец, блядь, я не понимаю, как она нахер... О, давай, идите отсюда, согласен, пусть идет, иди отсюда, правильно, это правильное решение. И зачем она вернулась? Чё они прыгают из блядь, пиздец. Зачем они прыгают из стороны в сторону, я не понимаю. О, это хорошо. То, что сейчас происходит, произошло, это хорошо. Куда вот? Да что? Так, иди отсюда. Так, зомби-консультант вон тут, значит, вот сюда надо ставить. Буквально. Вот. Сюда поставил. Сюда вот так вот сделал. Да блин. Вот так, да, все. А, нет, пока вот эти вот зомби... Как она там, блядь, называется-то, блядь? Куда ты, блядь? В общем, вот это вот... А, зомби-консультант, да. Короче, начальница, буду ее так назвать. Причем, пока вот эта вот начальница жива, этот уровень, конечно, непроходим. Ну все, в принципе, все. Все. А где? Бля. То есть не будет больше такого, да? Типа. Блять, и как мне проходить теперь уровень? Пиздец. Так, электрочай все-таки, как я понял, бесполезное растение. Ну ладно. Не, оно так-то полезное, если вот так вот ставить, типа. Типа больше так будет. Не понимаю, урон наносится или нет. По-моему, нет. Да стойте вы хотя бы. На секунду. О! Вот это очень полезно сейчас будет. Да куда вы идете, я не понимаю. Что, не будет, да? Нет, не будет. Ну ладно тогда. Зачем я, блядь, так... Зачем я тогда пытался проходить уровень нормально, блядь? Если все равно без этого я не мог выжить. Точнее, пройти этот уровень без этого не мог. Блядь, а это вообще никак не помогает, вот это вот перка. Не, он так-то помогал немножко. Но только немножко. Так, может выкопать вот так вот надо. Значит, так вот сделать. И вот так вот. Да ты его заебали уже. Все, идите нахер. Давайте. Сдохните. Фух. Ну, прошли этот уровень, короче. И раз 22 минуты. И... Да у меня топливо вообще закончилось. Сука! Сейчас зубы нахуй вырву. Да блять! А в общем, дорогие друзья... Стой, чего, блять? Вы это видите, нахуй? Блять, ёбаные разрабы, нахуй. Батя не хитрый, блять. А, вот мне сейчас за кадром выпала реклама. То есть, ну, показалась реклама, да? Ну, понимаю, надо что-то, типа. Надо откуда-то денег брать, да? Но, блять, я не понимаю, почему после этой рекламы вылетела игра, из-за чего сейчас все, что мы проходили, блять, сбросилось. Охуенно, блять.
так, что и топлива нету. А кристалл на эту хуету я, блядь, тратить не собираюсь. Ну ладно, дорогие друзья. На такой вот чудесной нотке закончим с вами. В следующей серии я... Да пройду. Не, в следующей серии я просто начнем с разрешения уровня. Вот этот первый и второй я... Пройду за кадром. Вот. Поэтому с вами был я, Финс Крутанов. Ну и всем. Пока! Блять, опять! Нахуй ты! Ах ты, сука, блять! Да вы ебаете! Пизде получил! Пидорас! Пидорас! Пидор! Иди нахуй! Иди, тварь! Дед Мороз! Наступай! Блять, что за хуйня я говорю? Ай-яй-яй-яй! Подписывайся! Смотришь видео! И время кончается!